Здравствуйте, это компания OEMZAP, а сегодня к нам приехал Kia Ceed на замену масла ДВС. Сейчас мы будем менять масло, ну соответственно масляный фильтр. В этом нет ничего сложного, для этого мы сейчас поднимем машинку, снимем защиту, дальше все увидите. Как видите, вот установлена защита картера, сейчас мы ее будем снимать. В этом ничего сложного нет, как видите, мы сняли защиту. Вот здесь находится сливная пробочка, открутим ее, вот это вот масляный фильтр. Еще мы заменим вот эту вот шайбочку. Зачастую они от множественной замены масла, допустим, когда затягиваешь, она разжимается, со временем становится уже не очень хорошая и начинает пропускать масло, поэтому мы поставим сейчас новую шайбочку сюда. Вот новая шайбочка у нас, как видим, она даже намного меньше, то что это уже раздавленная стала. Сюда ставим, она ставится очень легко, и все, и потом закрутим пробочку. Сейчас мы открутим масляный фильтр. Как видите, открутили масляный фильтр. В дальнейшем протрем вот это все от масла, то, что накапало, и закрутим новый фильтр. При этом нужно будет смазать на фильтре уплотнительное кольцо. Уплотнительное кольцо находится вот здесь, чтобы при затягивании его не закусило, и она не порвалась, и не начала пропускать отсюда. Все, смазали резиночку, протрем место для фильтра и установим фильтр. Все, как видите, протерли посадочное место фильтра, не осталось ни грязи, ни пыли, ничего. Теперь можно закручивать фильтр. Аккуратненько подтянули, чтобы не повредить фильтр, не замять его. И все, как положено. Ну, как видите, масло уже слилось. Теперь заворачиваем пробочку. Так, все, завернули пробочку. Вымоем чуть-чуть. Как видите, масло слито, фильтр закручен, пробочка тоже закручена. Сейчас мы будем устанавливать также защиту картера. Но при этом мы смажем крепление, вот эти вот болтушки помажем и вот это вот крепление. Зачастую у них часто очень ржавеют они, и в дальнейшем, когда откручиваем, просто болты отламываются. Поэтому, когда есть возможность это все помазать, то лучше помазать. Установили защиту, сейчас мы опустим машинку и будем заливать масло. Три 300 залили, сейчас чуть-чуть будет выше уровня, но заведем, масляный фильтр возьмет себе масло. И установим уровень точно. Сейчас выше уровня. Сейчас надо завести машинку и проверить масло. Так, все, мы завели машинку. Масляный фильтр взял в себя масло, сколько нужно ему.
Сейчас будем проверять уровень. Как видите, уровень масла почти на максимуме. Все, на этом мы заканчиваем. Проверяем, чтобы все было, пропочка закручена, щуп. Все, закрываем капот. Ну все, мы закончили машинку. Сейчас будем отдавать ее клиенту. Как бы сами видели, ничего сложного в этом нету. Ну, как бы на земле все равно не получится поменять масло. Как бы вы ни старались и не хотели. До свидания, с вами был слесарь Влад.